Милая Леночка. Лена, сейчас я тебе скажу то, что уже давно собираюсь сказать. Я не могу молчать, Лена. Я люблю тебя! Люблю, люблю и не боюсь этого слова. Шекспир? Только не помню точно, какая вещь. Покажется шуткой, но знай, Лена, что в каждой шутке есть большая доля правды. Почему прекратили передачу Шекспира? По техническим причинам. Тося, пошли по объектам. Если вы нахмурясь, выйдите из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас любимый вдруг поссорил случай, часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если кто-то другом был несчастье брошен, и поступок этот в сердце вам проник, помните, как много есть людей хороших, их у нас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. На чем я снялся? На том, что они нашли в вашем лице дурака. Вот именно, точка.